Дорогие друзья, Сеня в очередной раз исполнил мою заветную мечту. Я приехала в Велес и отправляю ваши записочки вашим ушедшим питомцам. Вот. Записочек много. И Сенечка с удовольствием их отправит по назначению. Он у нас такой красивый, такой солнечный мишка. Я очень так рада встретиться с ним снова. Действительно, полянка Сени и его дерево волшебное. Желания исполняются. Проверено на себе. Так что пишите, загадывайте свои заветные желания, и они у вас обязательно сбудутся. Главное, чтобы они были от самого сердца. И тогда точно они сбудутся. Вот. Записочки и маленькие, и большие, и разные. Сенечка все записочки отнесет. Еще меня там просили передать привет участники нашей группы. Это конкретно Тина из Казахстана и Юля Баранова из Самары. Я все передала и сказала, что вы очень любите Сеню. Так что все передала. Это письмо мое, и мне как раз его отправлять самой. Сенька, ты же все знаешь, что здесь написано? Вот с такими птичками. Сенька любит птичек у нас. Любил и любит. Друзья, обязательно пишите своим ушедшим питомцам. Они ждут ваших писем, а самый лучший, самый ответственный, самый прекрасный почтальон в мире обязательно доставит все по назначению. Пишите.